Всем привет! Меня зовут Лара, и я делюсь с тобой полезной информацией и хорошим настроением из солнечной Италии. В этом видео я хочу тебе рассказать об особенностях итальянской кухни. Да я думаю, что ты сам знаешь об этих особенностях, потому что мы иногда шутили, что итальянцы – это макаронники. И это действительно так. Они реально любят макаронные изделия, и если в день они не поели их, то для этого считается день пропал даром. Но это шутка, конечно. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Итак, макаронные изделия. Все макаронные изделия итальянцы называют паста. И вот блюда с этой пастой, они различные и действительно вкусные. Кстати, и сами макаронные изделия здесь очень отличаются. Они изготовлены из твердых сортов пшеницы, а значит не так развариваются, как вот если вы нечаянно передержали на плите макароны, они не будут тут же такие все. Прекрасно держатся, потому что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, они полезны. И вот на севере Италии очень мало толстых людей, их практически нет. Хотя они каждый день едят эту пасту. Почему? Потому что макаронные изделия здесь хорошего качества. Твердые сорта пшеницы, они полезны даже для нашего организма. И поэтому с этой пастой существует огромное количество рецептов приготовления вкусных, действительно неповторимых блюд. И кое-какие секреты, кое-какие рецепты я обязательно вам расскажу. Вот так что подписывайся на мой канал, знак благодарности ставь лайк и до новых встреч!